И самое главное, что нам следует понять, это как создавать объем. За счет чего это происходит? Сейчас мы уже создали контур наших яблок, расположили их композиционно, грамотно, и начинаем раскрашивать. И сам, где располагается свет, посмотрим на рисунке, он у нас находится в верхнем левом углу, где располагается тень, это правый нижний угол. И мы будем распределять по объему яблока самые светлые места слева наверху и самые темные места внизу справа. Посередине будут средние тона идти. И всегда следим, как падает свет на объект и где лежит, находится тень. Потому что за счет этого создается реализм, яблоко приземляется, и мы видим, что это, да, реальный объект, и он выпуклый, а не плоский. Именно за счет света теней и правильного наложения светлых, средних и темных тонов. Яблоко можно нарисовать, если вам сложно круг сразу сделать. Вы можете нарисовать квадрат и вписать в него круг. Это будет выглядеть вот так. Сейчас мы рассмотрим пример, где солнечный свет находится справа наверху. И чтобы показать, что свет удален к линии горизонта, мы показываем это тенью, падающую от объекта, в данном случае от яблока. Посмотрите внимательно. Самый светлый блик находится впереди, справа, сверху. Внизу находится тень, самая темная, и язычок этой тени направлен в левый нижний угол. И мы понимаем, что есть какая-то глубина в нашем рисунке. И что горизонт где-то далеко впереди, и солнце находится в задней части рисунка. Объект находится спереди. И это очень интересный эффект, когда вот таким образом мы располагаем солнечный свет в нашем произведении. Вот сейчас мы рассматриваем, уже два готовых яблочка сделали на цветной бумаге. Интересный эффект. Сама бумага дает зеленый тон, мы не подкрашиваем это мелками, работаем масляной пастелью. И в качестве среднего тона зеленого используем цвет самой бумаги. Чтобы нарисовать эти яблоки, смотрите следующий урок, практика, где подробно полностью показано, как это делается. Повторяйте за нами, делайте с нами, и все у вас очень хорошо будет получаться. И еще раз о сегодняшнем теоретическом занятии можно сказать, что самое главное, чтобы показать объем, мы создаем светлые, средние, темные тона, накладываем, создаем блики и подкладываем под объекты тень. Таким образом показываем, приземляем объект и показываем его объем, что он круглый, выпуклый и освещен с одной стороны. С другой стороны падает рефлекс снизу от поверхности, на которой находится объект.